ежесекундно собран, мотивирован, заряжен, а когда надо, может пошутить. И все же он не очень любит говорить, предпочитает все доказывать делами, передвигаясь семимильными шагами, держа в уме победу, что не за горами. Заслуженный, уверенный в себе наш капитан, бессменный лидер и герой, Власов Роман. Торжественный момент, очень приятно находиться в этом качестве. Успехов всем желаю. Очень ответственный период сейчас. Ну, 10 дней, я думаю, все выведутся на форму и докажем мышечную силу. Правильно сказали, что все нас боятся, и мы оправдаем доверие. Ты традиционно был, с одной стороны, лаконичен, с другой стороны, в чем-то красноречив. Но я надеюсь что и верю, что твое красноречие основное будет распространяться в основном на ковер. Дай бог, все правильно. Все слова там должны быть сказаны. Здесь всегда скажем, самое главное там. Может ли сказаться на выступление Абдул-Рашида вот этот вынужденный простой, или же считаешь, что ему это не доставит неудобства? Я думаю, для Абдул-Рашида это как обычный турнир. Он настолько уже, у него манера такая, что уже многие еще до встречи ломаются с ним. Поэтому он выходит как на тренировке. Я помню прошлый чемпионат Европы в Бухаресте, по-моему, он меньше там 3-4 минут боролся и пару баллов всего отдал. Я думаю, что для него это просто старт. Он не сковывает себя лишними там, лишним грузом ответственности, лишними мыслями, планомерно готовится к Олимпийским играм. Я также являюсь болельщиком его и также слежу и болею. Мы дружим, общаемся, созваниваемся. Я знаю, что Абдул-Рашид сейчас один из таких весомых лидеров не только своей дисциплины в вольной борьбе, но и вообще в спорте. Вот пример. Как надо тренироваться, как надо готовиться, как надо в жизни себя вести. Поэтому искренне желаю от всего сердца удачи Абдул-Рашиду, всей команде. Рома, а как считаешь, когда человек раз за разом, из года в год выигрывает все возможные турниры, но рано или поздно же все равно может наступить шапка закидательское настроение, нет? Сковывает, я знаю по себе, психологически. Сковывает. Каждый хочет у тебя выиграть, каждый хочет у тебя взять хотя бы балл. Это обязывает, это... большая ответственность, бывает она давит, но в случае Абдул-Рашида, я думаю, это еще тот период, когда уже впереди него борется репутация и еще не настал тот период, когда, мне кажется, есть шанс у его соперников. Вот глядя на сегодняшнюю ситуацию, я видел турнир в Италии, Снайдер там проиграл, то есть нет человека, который бы хотя бы планомерно бы шел, вот, который бы дал бой Абдул-Рашиду, нет такого человека сегодня. Я думаю, что только он сам может позволить кому-то это сделать. Но Абдул-Рашид сегодня на коне, Абдул-Рашид на ходу. Я думаю, все будет хорошо. Этот год он пройдет, дай бог, победно. И я уверен, что он продолжит и дальше. Потому что недавно, кстати, смотрел его интервью, где он говорил про то, что есть двукратный олимпийский чемпион, есть трехкратный. Я уверен, что он будет также ставить перед собой цель войти в историю как двух-трехкратных. Но пока об этом рано говорить. Пока только хочется пожелать здоровья, терпения и удачи, да, спортивное везение. Пока в контексте трехкратного нужно говорить о тебе, Рома, и чего мы и ждем. Будем торопиться сейчас, очень большая ответственность, лицензионный турнир. Опять же, то, про что я сказал, что иногда мы сковываем себя лишний раз вот этой ответственностью, и то, что произошло на чемпионате мира, я думаю, это в этом тоже причина. Где-то чересчур вот давлело, да, ажиотаж, давлела ответственность, очень много зрителей было, очень много болельщиков, и я думаю, это тоже отчасти сказалось. Поэтому сейчас ушли, можно сказать, в тихую гавань, в затишье такое, сами видели, как нападают все. Сейчас нужно черновую работу проделать, и дай бог все будет хорошо на лицензионном, а дальше мне нужно будет еще доказать лидерство в стране. И, так что пока здесь разберемся, а потом поговорим. Позволю себе сделать маленькую аналогию. Вот в футболе сборная России перед чемпионатом мира выступила очень слабо, да, то есть в последний месяц перед стартом чемпионата мира она проиграла там, по-моему, всем возможным соперникам, все уже ее списали, а сборная потом вот в 1/4 вышла. Ошибиться перед Олимпийскими играми, чем потом? Конечно, горько, конечно, больно ошибаться. Все ждут только золотых медалей. Все люди, которые рядом со мной, мне очень много людей помогают сегодня. Я знаю, что очень много людей болеют за меня. И иногда очень тяжело проигрывать, но есть возможность сделать выводы правильно, есть возможность сделать работу над ошибками, и тем слаще будет потом возвращаться. Иногда, когда ты слишком много выигрываешь, у меня как получилось, я 2 года вообще не проигрывал. Последний мой проигрыш был на чемпионате мира в Париже, после этого 2 года я 2 чемпионата Европы выиграл, 2 чемпионата России, подобные, то есть все турниры, поэтому
возможно, своевременно это произошла такая помарка, ошибка, которая позволила мне вновь вернуться в голодное состояние. Но опять же, вы сказали про футбол, я бы не стал проводить аналогии с футболом. Все-таки российская школа борьбы, российская борьба, она избалована только золотыми медалями. И 1/4, ну это, конечно, успех для нашего футбола, но у нас в борьбе ценится только золото. Для нас нет серебряных медалей, бронзовых. Это, конечно, хорошо, эта медаль, но особо вот ценно это, когда человек завоевывает золото, приезжает домой. То есть это медаль, которая действительно соответствует нашему уровню и борьбы, и уровню нашего потенциала. И уж тем более соответствует уровню Романа Власова. Ром, когда волнительный момент? Когда одеваешь микрофон или когда становишься в пару с сильным соперником? Это всегда можно учиться этому. А бороться, к сожалению, надо. Я не научился еще говорить честно. Еще вот в стадии учебы. Хорошая учеба. Только взгляд должен быть. Нет, ну не свежий, наоборот, такой, знаешь, такой, ну образ какой-то должен быть. Да. Готов? О! И последний, если можно, я побрызгаю, чтобы лицо было в поту. Глаза закрывай. Вы просто все помылись? Зря. Можно я чуть-чуть побольше? Чтобы она так... Не так. Смылишься, я разворачиваюсь. Дальше? Таким же взглядом? Нет, да, таким же взглядом. Все, ладно, спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Рома, позировать тяжелее, чем бороться. Это точно. А теперь... Саня, почти взгляд. Ну, пусть он так висит и ручит пол. Только надо, чтобы не заплакал. Грозный взгляд, посмотрите. Вот он взгляд. Тигр. А за себя? Ладно. Вот так, Саня. Как ты сделал, когда выиграл мир? Сделай. Приятные минуты, вспомните и все. Да, давай. А вот так можно покрутить чуть-чуть его? Флаг? Да, вокруг себя. Я посмотрю, что получается. Задатки хорошие. Уже, уже есть привычное. Уже опыт есть. Ну, это уже да. Движение. Что, стартуем?